Друзья мои, всем привет! Добро пожаловать на канал Fox Tales. С вами Катерина, и это Farming Simulator 22. Смотри, я умею включать комбайн. Спасибо за все комментарии, что вы мне писали. Я те серии записывала две подряд. Как бы, понимаете, не моя вина. Я села в комбайн. Он ехал, ехал. Травка падала под колесиками, падала. О том, что вот эта фигня должна крутиться, я как-то не сообразила. Но я исправилась. Вот даже какую-то трубу выдвинула. Тут у меня работник немножечко мое добро не докосил. Я поэтому вот села и еду. Села и еду, эта жатка крутится, как сумасшедшая, отрабатывает весь свой бензиновый запас, который я в него влила. Сегодня мы чем-нибудь займемся, чем-нибудь не знаю, но почему бы не заняться интересным каким-нибудь делом по типу пахоты. Пахоты, куряшек сейчас покормим, а мы их покормили. Вон, смотри, у меня зелененькое что-то светится. Мне туда идти? Ну-ка, давай выйдем. Давай выйдем. Выключила. Видал, я могу. Вон, мне что-то загорелось зелено. Видимо, продолжение обучения. Что хочу сказать, для такой огромной игры, для такой, так сказать, вселенной, да, это Farming Simulator не одна игра. Обучение, ну, такое, для более умных. А я как бы не особо-то этим страдаю. Корм, а почему у вас здоровье-то ноль? Алло, здравствуйте, птица. Это ко-ко, вон вам еда. Еда есть? Есть. 750 литров. Хорошо, пошли в зеленую пойдем. Для такого уровня, как у меня, нужно обучение. Прям сядь сюда, нажми сюда. Я девочка, я не комбайнер. Катька комбайнер оказалась лажей полной, понимаешь? Давай читать дальше. Обзорный тур. После сбора урожая поле необходимо обработать культиватором. И только после этого его можно будет опять засеивать. С этого поля недавно убрали урожай. Так мы это делали. Я не хочу этим заниматься. Мы же культивировали. Здравствуйте. Вон культиватор. Я вот это все закультивировала. Нужно только удобрить и все. Отстаньте. Обучение какое-то странное. А собаку надо покормить. Ё-моё, собака-то не кормлена. Пчелы не доены, как жить непонятно. Заполни. Молли Бадди, иди ешь. А с вами что-нибудь можно сделать? Вообще я не знаю, что с ними сделать. Никакой тебе понятной и достойной инструкции нет. Да, я вот сяду. Я вот думаю, может, мне надо вот подъехать. Видишь, меня разгрузить где-то вот. Даже сложить, сменить скорость. А где мне было разгрузить? Здесь. У меня прям так и было написано «разгрузить здесь». Я вот, Ctrl-I. Может быть, мне вот здесь разгрузить? Я сейчас что-нибудь натворю, ты уж не обессудь. Мне же не говорят, почему я должна и где я должна разгружаться. Я вот прям подъеду вот так вот. Смотри, нет, не подъехал. Свой будку туалет вот не снеси. Стой. Колесики. А, нет, почему? Я не нажимала разгружаться, оно автоматически, да? Ну ты выключишь жатку. Успокойся. Или надо включить? А если я включу? А, это я все разгрузила, да? Ну-ка давай, Ctrl-I. Вот, прекратить разгрузку. Но она мне как бы, наверное, уже все высыпалось. Я, наверное, могла собрать вот эту солому пшеничную. И что сделать? Курям давать. Да, мне написали это. Я поняла. Спасибо большое. Как бы мне вот это вот докупить нехватающихся ресурсов. А, еще знаешь, что я хотела сделать? Прекратить разгрузку. Зачем мне прекращать? Подожди. Пустила? Давай вот это собираем. Нет, куда ты, бляха, муха, разгрузка? Да не надо! Сыпет. Почему оно супится? Я не могу понять. Выключить отделение соломы. Б. А нет, это вот. Б и такое, В такое. Что-то какое-то... А, я не ту нажала кнопоньку. Вот. А теперь давай попробуем крутиться. Господи, мать моя женщина, ты что из-под себя-то выкидываешь? Почему в этой игре? Мне кажется, у меня сейчас пожар тут начнется. Так, комбайн.
выключил саму. Не бабское дело. Я вообще не понимаю, как я здесь выживать буду. Особо, я говорю, особо подсказок никаких ни хрена нету. Но я видела... Как это вызывать-то? Ой, а я тебя... А как я здесь оказалась? Я как на тракторе-то оказалась? Это чего? Чё? Я на что нажала, что я так затракторилась? Это? Я хочу, знаешь, что сделать? Я хочу... Подожди, нос у меня чешется. Я видела где-то такую штучечку. Такую штучечку. А где она мне? Как она мне... Как у меня вот этот магазин-то вызывается? Не магазин? А, вот она. Погоди, погоди. Сейчас я тебе скажу. Вот, контракты. Может быть, возьмем сегодня контракт, сделаем. Потому что вот это вот все, может, меня он научит. Типа, поймет, как мне делать. Приготовьте поле 31 к следующей культуре при помощи культивации. Используйте свое оборудование или арендуйте его. Так. Это что, тюкование? Соберите ее в тюки, выкосите траву на поле. Ё-моё. Удобрение. Удобрение. Так мне надо вот эту штучку, удобрятор, удобрить поле. У меня нету этого всего. О, смотри, 10% здоровья курочки. Это же хорошо. Это же отлично. Яйца 0 единиц. Скоро будут яйца. А, корм. Общая вместимость полностью заполнилась. Нормально. А петух яйца-то не несет. Ты что смотришь? Жду от петуха яиц. Ребят, надо собрать каким-то образом мою вот эту вот обзорный тур. Это мы сделали. Я не хочу больше это культивировать. А вот это же надо собрать все. Да. Нам нужна специальная машинка для сбора. У нас ее нету, как я понимаю. Мне ее надо... А подожди, знаешь, у меня какая-то вон там вдалеке фигня тоже стояла? Вон там, вон вдалеке. Сейчас я гляну. Может быть, тюковальщик мне нужен. Точно, точно, мне писали, я поняла. Тюковальщик. Ну, давай сбегаем, посмотрим, почем тюковальщик стоит. Только как с ним... Вот это вот... Так ты кто? Ю прицепить. Прицепили. Чё ты? Ой, я какую-то херню прицепила. А че? А, это противовес. Окей. Опустись противовес. А Ю? Вот! Ой! Да блин! Это сеялка! Это сеять надо! Так чтобы сеять, надо семена купить. Правильно? Выбрать семена. Пшеница. Игрек. Я выбрала. Мы уже будем сеять? Так, включить сеялку. Включаем сеялку. Я читаю теперь все, чтобы ты... Приспособление сеялка не развернут. А развернуть сеялку давай. Хорошо. Там развернулся, родимая. Включила. Нельзя сажать данный фрукт в августе. Почему? А когда сажать-то? Самая пора сажательная. Так. Смотри, я хочу сажать эту... Погоди, погоди, погоди. А мне... Сложить сеялка. Вот, выбрать семена. Ячмень, овес, канола, соевые бобы. Как понять, когда... А, я знаю, это вот где-то мне здесь прописано, да, что когда сажать. Да, август, август, это пшеница, это канола. Канола, значит, сажаем? Тут подожди. Подожди, канола, канола. А она у меня есть? Есть? Скажи, что у меня есть. Так, теперь включаем. Разгрузить, развернуть. Давай развернем. Думаешь, чем сеется? Что-то смотри, что-то полосочки какие-то, прикинь, прикинь, полосочки идут. Надеюсь, у меня все работает, а? Я надеюсь, все работает. Не назад, назад, вперед едь. Поднять, сложить сеялку. Маркер. Что такое маркер? Я не знаю. Да, у меня, смотри, у меня убывает литраж. Я сама тут сейчас все засею.
без всякого обучения ихнего галимого, как будто это, инструктор у меня поддатый, уволенный с предыдущей работы. Стой, а теперь надо поднять селку. Я как бы же разворачиваюсь, понимаешь? Я же разворот, у меня все должно быть четенько. Погоди, колесики, колесики, выкручивайтесь. Стой, теперь вот сюда. Так. Стой, стой, давай, давай, давай. Вот, теперь опускаем. Погнали. Тихо, тихо, прямо едешь, все засеешь. Что не так? Включить, я ж тебя включила. Я тебе говорю, я нажала на кнопочку, что это за машинный саботаж. Ой, как тянет. Ой, как тянет. Тяжело. Куда косишь-то? Я как пьяный бык, блин. Это у меня канул к сети. Да хоть половину бы поля засеять, понимаешь? Давай, давай, до конца. Все, я слезаю. Мы с тобой... Ой, господи, нос-то почему так чешется? Вот что-то мы с тобой засеяли. Ой, смотри. Смотри, я посеяла канолу. Два ряда, пока два ряда. Не надо мне говорить, давай все поле засеять. Подожди, подожди. Не... Тише едешь, больше урожая соберешь. Другой не загубишь. Пока две полосы. Я хоть засеяла, хоть посмотрю, как она. Удобрить надо. Удобрение. Нужна известь. Нужно прикатать. Кого прикатать-то? Меня пока только прикатывает, что я тут все укатала. Та-та-та-та-та-та, ладненько. А это что такое? Это мой был? Кук! Что за джиперс-криперс у меня здесь произошел? Я не знаю, что у меня здесь сохранение какое-то. У меня ничего не происходит. Так, канулу мы посели. Пусть растет, пусть растет. Теперь мне надо вот эту вот штучку. Созревание. Собран урожай. Вот это надо же все как-то в тюки сена собрать. Да, погнали. Значит, погнали, короче, с тобой в эту. В магаз. В магаз пошли, купим вот эту тюковашку. Тюковашку. А как мы ее привезем? А как мы ее с собой привезем? Надо на тракторе ехать, да? Тюковальню на тракторе. Кстати, так и не смогла снять погрузчик, чтобы ты понимал. Я его и так вертела, и так крутила. И Христа ради умоляла. Говорю, ну слезь ты, шайтан машина. Никак не слезает. Не знаю, что с ней делать. Потом буду учиться. Поехали в магазик. Поехали в магазик. Тут колесики. Чук-чук-чук-чук. А вот если знаешь как? А если вот сейчас я тебе по-другому скажу. А если я найму работника, чтобы он мне вот здесь вот сам утюковал? А? А? Мне не надо тюкушек этот покупать. Стой, 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 умная моя. Почему у меня здесь сам меню работника не вызывается? Сейчас все будет. Действующие рабы мне сейчас. Ну все, ну сохранился, сохранился. Так. Поддон с ульем, нет. Пикап, не то. Вот поле. Дать работу. Работа в поле. А какую работу в поле он будет выполнять? В душе не чай. Ну, давай начнем. Начать работу. Сейчас кто-то должен приехать и какую-то работу тут делать. Я вот думаю, как он понимает, какую работу я ему задала. А если я вон то... Каким образом? А, я на тап телепортир. Так я тут Я тут на тап телепортируюсь в машины разные. Вон у меня ездит работник. Понятно, стой. А что он делает? А, он дособирает. Ну-ка, стой. Нет, это не я. Я не хочу. Я хочу посмотреть, что он там будет делать. Не найдено. Перестал работать. Как не найдено поле? Я тебе поле указала. Вот оно. Давайте сейчас мы глянем. Почему он едет вместо меня? Уйди нафиг! Я не тот трактор выбрала, да? Мне надо вон ту штуку выбрать. Давай вот здесь. Х.
Прям так все сложности. Вот это большая машина, это погрузчик, это то. Вот это вот поле. Вот эту работу мне надо дать. Работа в поле. Начать работу. Все, пусть он там попробует начинать. Нифига не начинает он работать. Я не знаю, что ему надо, но реально давай попробуем купить у ковальщика этот. Поехали. Здравствуйте, машина, заводись, пожалуйста. Поехали, купим тюковальщик, может, привезем его сюда. Не написано, какую дать работу. Работа в поле. А что в поле здесь делать, я ему не говорю. А зачем я на этой машине? Мне же на тракторе надо. Поехали. Короче, и мне надо все-таки, наверное, на животноводстве. Я хочу одно поле оставить для... Вот для создания вот этой вот, как она называется, еды для животных. Для пшенички, там, для морковки. Чем мы тут будем кормить животных? Но надо разобраться, как засеивать, надо разобраться постепенно. Я надеялась, что меня тут будут обучать прям, ну, так конкретненько. Чуть ни хрена подобного. Ни хрена подобного. Я как будто, знаешь, мне 5 лет, меня приводят... Как бы в школу должны привести, да, сказать, то, что где меня научат читать. А мне сразу в институты дают интеграл. И я такая луп-луп, а все такие ха-ха-ха. Так я же не знаю. Меня надо учить. Я же вот я, чистый лист. Неограненный алмаз фермерского искусства, чтоб ты понимал. Учи меня, бери меня, накажи меня, делай со мной все что угодно. Ну подскажи, подскажи, как здесь действовать. И я все пойму. Мне просто надо походово объяснять, тогда будет все нормальненько. А если вот с бухты-барахты и клином в жопу, прости господи, я тогда не понимаю, как это все вот, а? Так, открыть меню магазина. Папарата, тара-та-та, сказала я. Сенокосилка у меня есть. Теперь, так. Хлебопупочные, винепогрузчики, колесные, фронтальные сенокосилки. Да, откроем сенокосилки. Это не то, это назад. Для навоза, пестицидные, животные, лесотехнические. Может, мне на лесоповал податься? Ну, лесоповал, Катя завалит любого буратино. Свеколоуборочный, картофель, силосноуборочный компайн. Вот, ну-ка, стоп! А, нет, силос это что? Не знаю, я смотрю на эти деньги, думаю, что у меня вот уборочная машина. У меня в любом случае не хватает. Да где же вот такие? Как здесь начинать играть, если тут все так дорого? А вот оно, а вот она я нашла. Жатки. Ну, жатка у меня есть. Это то, что крутится, то, что я научился включать. Жатка, это другая какая-то странная жатка. Початку собирать. А, это для кукурузы. Силосноуборочных кому? Силосы, силосы, это не то. Картофель, свеклоуборочная техника для сбора тростника. Плуги-культиваторы. Дисковые бороны. Сеялки, механические сажалки, каталки. Сенокосилки. Тюковщики. Я нашла тюковщики. Нашла тюковщики, как ты мне говорил. Тюковщик спрессовывать скошенную траву, солому, сено убирать в обычные вот эти вот штучки. Хорошо. Смотри. Стоит так, как будто мне пора, блин, на трассу идти и подрабатывать немножечко. Вот, за 1500. А, тополь. И тополя. Тополиный пух уже отлетел. Мне прям в голову. Ну давай, тюковщик спрессовывает скошенную траву, солому, сено. Вот это самое дешевенькое, правильно? 22 тысячи. Давай купим. Я, значит, буду сено спрессовывать, траву сено спрессовывать и заодно курочек своих кормить. Покупаем? Покупаем. А вот ну-ка, стоп, а назад-то? А ну-ка, назад-то? А что значит С-сочетание? Что происходит? Это с чем оно сочетается? Тюкоподборщик облегчает сбор и погрузку. Ну какой тюкоподборщик, ребята? А если я куплю... За что я ее зацеплю? Ну за трактор, я думаю. Давай, короче, покупаем. Номер нормальный мой. Можно арендовать. Сколько стоит? Слушайте, а давайте попробуем арендовать. Подожди, пока деньги...
тратить. Давай, 1200, фиг бы с ней, да? Попробуем немножечко арендовать, посмотреть, она работает или нет. А то я же сразу все покупать. Не, погрузчик вещь классная. Я не... Хочу опять его прицеплять. Я не смогу. Стой, сейчас нахрен арендованную технику еще поход себе. Потом штрафы выпишут. Давай как-нибудь колесиками. Эй, покажись. Стой. Стоп, колеса. Оп, оп. Получилось, ребята. Слушайте, ну получилось у меня. Я ж думала, там две штучки, а тут одна штучка. А тут без разницы. На фаркоп это. Я вспомнила, как это называется штучка. Это фаркоп. Вот эта металлическая хренумбула под машиночку, которая закрепляется. И ты прицепчик цепляешь. Ты мне говоришь, что ты едешь по встречке? Ну какая разница? Тут весь мир для меня создан. Все для того, чтобы я училась фермерствовать. Это вот есть дитя кукурузы, это я. Есть неумное дитя кукурузы. Прям по меня. Катя Початок, вот это я. Мы сейчас попробуем с тобой утюковать. Возможно, даже на этом тракторе получится. Слушайте. Когда по ходу игры ты разбиваешься, блин, а стену непонимания, то тебе тяжело. Но когда ты разбираешься во всем, то становится уже веселее и интереснее. Мужчина, мужчина, не проходите мимо. Женщину, женщину, нет, мужик, мужик волосатый. Смотри, какая тебе баба могла бы достаться, но не достанется, потому что я сама себе такая красивая. Так, ой. Опустить подборщик? Ну, давай, давай, давай. Развернуть тюковщик. А, развернули. Ага. Опустить подборщик. Я там опустила. Включить тюковщик. Давай попробуем. Получится, не получится. Эй, игра, ты что, мне не зависай. И что? А что, ничего не работает? Я не пойму, оно исчезает или не исчезает? Нихера оно не исчезает, да? Тюков-то нету? А, нет, смотри, исчезает. А где тюк? Алло, алло, тюк, где? О, смотри, давится, давится, как, блин, какаха из прямой кишки орангутанга, ты посмотри. О, сейчас, сейчас я выдам, сейчас поднатожусь и выдавлю, ребята. Ой, как я рада. Вот ты говоришь, вот, ты что-то так радуешься. Понимаешь, когда ты во что-то упираешься, а потом у тебя все это получается, весь твой труд не идет на смарку, ты такой радостный. Ну давися, кишка большая и малая. Надо вот эти машинки поубирать, а то стоят вот ненормальные. Сейчас, сейчас все будет. Надо по прямой просто ехать. Во-во-во-во-во. Во-во, стоп, стоп, колесики, колесики. Смотри, и давится. Ой, как красиво вытуживается. Ой, ё-моё, доктор был бы счастлив. Я прям агрономище. Агрономище полнейшее. Смотри, как у меня ровненько. Как говорится, ошибки не делает только тот, кто ни хрена ничего не делает. А я все могу, а я все могу. Да ну колеса-то вывернуть я могу, скажи мне, а? Мне надо, чтобы оно попадало. А то оно не попадает ни хрена. Чё ты? Иди отсюда. Мешаешься. Мешается машина. Двигайся, двигайся, двигайся. Смотри, какая она наглая. У меня тут создание... А чё ты не отваливаешься? А, еще давится. Погоди. Ну не быстрая тут работа. Не быстрая, согласись. Я просто смотрю, что у меня вон полосочка, полосочка, вон, видишь? 462 литра заполнено на 65%. А как сделать, чтобы она на 100% была заполнена? Так, тихо-тихо. Есть! Первый упал! Первый пошел! Ой, хухуй, хухуй! Ну, нормально. Я не буду больше, получается, технику. Зачем мне ее покупать? Не, как бы она мне нужна в покупку, да? Но на начальном этапе нищебродской фермерской жизни мне вполне хватает взять в аренду.
Не тратить деньги. Вон подгрузчик, блин, купила как дурочка. Могла бы просто взять в аренду, перевести и все. А мне потом, чтобы вернуть вот этот тюковщик назад, мне надо ли его в магазин, интересно, везти или не надо? Ага, а с другой стороны, вот эти тюки с сеном мне как собирать? Рученьками? Можно рученьками мои? Ну, я не, у меня неправильно колесики идут, неровненько немножко. Так, тихо-тихо, надо убирать ее нахрен. И докосить поле уже вот. Хотя, знаешь как, возможно, стоит нанять просто работника и дать ему задание. А я вот этот, ну погоди, сама. Я хочу немножко подотыркать сама. Сейчас мы остановимся и успокоимся. Стоп, 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 стоп. Давай выключим. Давай выйдем. Просто посмотрим, что у меня получилось. Так, взять. Ребята! Уля-ля! Пошли на сеновал. Пошли, поваляю тебя в радости своей. Да не споткнись, а то башка упадет. Так, а если я вот сюда положу? Курлямба! Что-нибудь прибавилось, как думаешь? Я не знаю, может, надо прям им туда закинуть? Ну нормально, ну нормально, смотри, спасибо огромное, что написал про тюковщик. Спасибочки, муа, огромнейшее, иначе я бы сама хрен бы сообразил, я ж баба не эта, умная, но не сообразительная. Все равно, ну да, вот здесь 700 литров солома, ну-ка брось. 745, а если я, уже он, а, отсюда убирается. А если вот так? Здесь 745 все равно. Ладненько, давай я пока сгружу сюда. Не знаю, правильно я сюда сгружаю. Или, может быть, надо... знаешь, куда? А, не, ну это сено, это зернохранилище. Это немножечко не то. Это немножечко не то. Но, в любом случае, уже у нас какой-то прогресс есть. Я сейчас, знаешь, как сделаю? Я это поле попробую нанять работника. Работника попробую нанять. А вот если я тебя сюда положу? Ничего не происходит. Пшеница у меня заполнила, солома тоже. Ну, куда, да, где-нибудь вот здесь будем складывать. А может, вам вообще, курлямбы, надо сено? Да, если что, пожжу. Она говорит, тоже полезно. Это, конечно, не лошадь, но пойдет. А, хорошо, давай мы сделаем следующее. Я уберу всю технику лишнюю с поля. Отодвину ее. Попробуем нанять работника. Может быть, он мне дособирает. Дособирает все, что мне необходимо. Что тут, ну, заводить? Стоп, стоп, все. Опа. Ходи. Иди сюда. Ой, моя жатка, 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 жатка. Я тебя опущу и немножечко включу. Не, не, это я что, вышла? Я не на то нажала. Что я тут сделала? Включить отделение соломы. Выставить трубу. Включить отделение соломы. Не надо, выключить отделение соломы. А если я включу, то что будет? Где у меня эта буковка-то? Буковка-то где, ё-моё? Б. Б. Я потеряла из глаз, с клавиатуры букву Б. Ты что, издеваешься? Это подстава. Допустим. Допустим, вот так. Даже сейчас и будет. Стоп. Вот так вот. Сделали, да? Да, теперь давай попробуем нанять. Нанять работника. Как его нанять? Да вылези ты. Почему-то здесь он мне никак не нажимается. Я не пойму, почему. У меня только... Давай вон в ту стуку сядем. Вот в ту стуку. Так. Открыть меню и работника. Давай. Мы с тобой уже заигрались. У меня сегодня прогресс. Что хочешь, говори. Дать работу. Давай. Нет, не перейти. А почему перейти? Ну, пусть на этом начнет работать. Я выйду. По сути, сейчас работник должен как бы приехать. Я не знаю, где он. Мы его подождем. Мы его подождем, пока сбегаем, посмотрим окрестности. Я, знаешь, что хотела посмотреть? Вот здесь у меня всякие вот ремонтные мастерские, да? Да, это можно ремонтировать тачки самостоятельно, либо отвезти умному человеку и уже это, не конаёбиться самому.
Во! Это что за стоячее очистное сооружение? Шлёп-шлёп-шлёп-шлёп-шлёп. Шлёп-шлёп-шлёп-шлёп-шлёп. Давай сбегаем туда. Я сегодня сделала большое дело. Я затюковала сено, немножко разобралась. И меня это радует. Ух ты! А... Все, стол папирос. Меня это безумно радует. Я хочу посмотреть, что вот здесь есть. Смотри, какой-то огромный магазин, да? А вон какой-то восклицательный знак. А это беспонтовый магазин. И... Жалко, что многие объекты вообще не взаимодействуются никак. По... Гардероб. Открыть гардероб. Слушайте, ну раз такая жара пошла, давай подприоденемся. Давай подразденемся, потому что что-то мне прям жарко. У нас жара такая, то прям хоть голышом ходи. Имею право. Имею право вот так вот. Опа. И где-то у тебя были такие отстающие. Какая ты, мать, страшная. Тут выбрать цвет можно. Давай, давай, уж уродовать тебя так по полной. Давай шузы нормальные возьмем. Какие-нибудь прям вообще. Это-то ковбой. Давай ковбойку из нее сделаем. А че нет? Выбрать цвет. Красный есть? Нету? Господи. Не, ну вот это да, вот это определенно. Будешь у меня этим Индиана Лосаж Джонса. Выбираем. Все? А можно как-то себя со стороны посмотреть? Почему это себя со стороны не могу посмотреть, непонятно. Ну, недалече бежать, чтобы сменить гардероб. Опа, пойдем посмотрим быстро работник. Там я не вижу светящиеся знаки, значит, это просто беспонтовый магазин. Гроцер, ага, знаем, знаем. Там какой-нибудь хаги-ваги гуляет и меня туда зазывает. Не пойду. Пустынный магазин. Не хватает живости этой игре. Вот, ну, симпатично, все клевенько, но не хватает NPC-шек, не хватает каких-нибудь ситуаций, типа аварий, почему нет? Вот. А это какая-то разгрузка. Это сюда, значит, я могу что-то привезти и продавать, да? Ладно, я запомнила. Спасибо, подсказали. Теперь, говорит, бы найти свой дом. Алло. У меня полевой топографический кретинизм. По-моему, нам сюда. Но трактор, по-моему, как стоял, так и стоит. И работник нифига ничего не делает. Сейчас глянем. Сейчас глянем. Может, он же мне там все затюковал? Ага, 10 раз. Смотри, ничего не произошло. Я не понимаю, как нанимать работника в таком случае. Вот. Вот поле. Нет, не так. Вот поле. Где Машенька? Вот она я. Дать работу. Почему нету перейти? Как будто я... Я хочу, чтобы он мне дотюковал. Что-то хрень какая-то, по-моему, да? Давай не будем никакой позиции. Отмени, 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 отмени. Как это отменить? Начать работу. Начать работу. А он закончил работу? В смысле, он, блин, даже не начинал. С работниками мне еще пока непонятно. Но я, ладно, хрен бы с ними. Я сейчас сама все это доделаю. Конечно же, надо его включить для начала. Вот, сама доделаю. И в следующей серии мы с тобой уже, наверное, это поле должны будем сами засеять чем-нибудь полезным. А заодно я хочу посмотреть, как моя там канола-то растет, не растет. Сколько она должна расти? Наверное, удобрения надо купить. Согласись, без удобрений это не вариант. Ничего не вырастет, все же сожрется. Придется и пестицидами поливать. А потом, мам, клянусь, на удобрения чистые, органика. Мертвые вороны. Вот тебе и удобряшка. Это вот что? Это вот у меня сено же... А, о, собрали. Тебе огромное спасибо за просмотр. Пожалуйста, поддержи лайком, пиши комментарий обязательно, подписывайся на канал. До встречи в следующей сельхозсерии. Пока-пока.